Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр Ильич меня зовут. Откуда вы приехали к нам? Ниоткуда, из дома. Из дома, да. Какие у вас впечатления от конференции? Очень даже. Тем более я давно не был. В общем-то, организация на уровне. Может быть, чему-то уже научились новому? Всегда чему-то учишься. Можете пожелать что-нибудь нашим зрителям? Зрителям могу пожелать профессиональных успехов, творческого роста, побольше пациентов. И коллегам тоже. Зрителям... для кого интервью-то? И для тех, и других. Для коллегам, естественно. Для простых граждан? Для простых граждан побольше денег, чтобы иметь возможность лечиться у нас. Хорошо. Спасибо большое. Если там, я делаю, даже с одного, там сейчас захожу, до другого.